Итак, начинается запись. Моя тактика засада на мосту, как обычно. Ну как обычно, я пытаюсь ее показать вам прямо сейчас. И первым делом нам нужно высадиться на радиовышку. Ну, так уже принято мной. И надеюсь, да, никто не высадится. Сажимся. Так, смотрим, нет ли кого-нибудь здесь посторонних. Я думаю, все будут высаживаться только на военной базе. Ладно, сайгар нам тоже пригодится. Арбалет нафиг. А вот М416 самое то будет. Штанишки. Я не ношу штаны. Так, броник второй, Светка. Так, Светку взяли. Так, это что у нас такое? Нам мне там не нужно. Стоп. Увеличенный магазин уже нормально. Нормально. Вот это мы залутались. Правда, на патронов на чуть-чуть. Так, скарчик. Патроны есть. Стоп. Как же заглянуть в эту комнату? Так, все, хорошо. Так, не лагать. Ага. Так, еще один. ЮМПшка. ЮМПшка, кстати, пригождается. Сайга — это, конечно, тема, но UMP нам нужно только для того, чтобы быстро расхреначить врагов. Да они попрут на нас. 7.62 на всякий. Так, ну... Ага, понятно, у нас нет... У нас нет рюкзака. Набор уж слишком минимальный. Но на этой вышке, конечно, очень хорошо лутаться. Так, там нет тачки какой-нибудь на горизонте. Там что-то, по-моему, торчит вон там. Но мы сейчас проверим. Мы сначала спустимся вниз. Нахрена пока. У меня все это уже есть. В принципе, этот рюкзак нам тоже подходит. Походу, где уже залутаемся на трупах. Главное, это бусты. О, голографический прицел нам пригодится хоть что-то. Да что ж такое, бронежилет сколько? Дайте хоть третий. Я имею в виду третий уровень бронежилета. А, мне не нужен третий бронежилета. Надо вот столько бронежилетов. Так, ладно, собираем тачку. Давайте, друзья, ну где вы там? Выруливайте оттуда. Давайте, уже пора. Пора, уходите. Берите тачку и уходите. Еще первый зон не схлопнулся, уже половина сервера умерла. Так. Момент истины, поехали. Это весело. Бах! Я не знаю, что произошло. Но этот чешок выжил. Он испугался, и он выжил. Он поднял. Ой, -3. -3. Это весело. Он решил сам себя убить. Вы посмотрите, что он творит. Это забавно, это очень забавно. Это я не знаю.